Когда девушка – лучший вратарь футбольной команды и по совместительству дизайнер комнат, мы продолжаем рассказывать о воспитанниках школы-интерната номер один, которые ждут своих наставников. И может стать любой человек. Главное – желание. К встрече наставника и ребенка специалисты готовят обе стороны. Большого сбора документов и справок в этом случае не требуется. В это воскресенье в 21:00 мы расскажем о Насте. Ей 15 лет. Она заканчивает интернат уже в этом году. Настя занимается спортом, рукоделием, умеет играть на гитаре и очень много читает. Девушка в будущем хочет стать поваром и учителем начальных классов. Она надеется, что найдется человек, готовый поддержать ее во взрослой жизни.